Парджанадзе Георгий Павлович, врач-офтальмохирург клиники «Эксимер». Стаж работы более 30 лет. Окончил с красным дипломом Первый Ленинградский медицинский институт. Прошел клиническую подготовку при ординатуре ПСПБ ГМУ имени академика Павлова по специальности офтальмология. За время работы в клинике «Эксимер» Георгий Павлович выполнил более 100 тысяч лазерных коррекций зрения. Неоднократно выступал с докладами на российских и международных научных конференциях. Как давно вы практикуете и почему решили заниматься офтальмологией? Практикую непосредственно лазерной хирургией, занимаюсь уже 24 года. Сделал первую операцию в этом городе, могу дату называть 10 октября 1997 года. 24 года непосредственно. А почему занимаюсь офтальмологией? Ну, это еще когда учился после цикла офтальмологии на 5-м курсе, понял, что это мне больше всего нравится. Вот с тех пор и выбрал это направление в медицине. Вспомните интересный случай из медицинской практики. Выделить какой-то один интересный случай сложно. Интересных случаев много, они случаются почти каждый день. Особого внимания заслуживают ситуации, когда очень большая близорукость, и мы получаем высокий результат, когда и ношение очков затруднительно, и ношение линз уже невозможно. Вот, и, безусловно, вот эти случаи, когда лазерная коррекция является средством выбора для пациента, и мы получаем хороший результат, запоминается это больше всего. Как вы проводите свободное время? На свободное время почти не остается времени, простите за тавтологию. Вот, но если бывает свободное время, то путешествую, слушаю музыку, классическую музыку, джаз. В общем-то, вот так.